Салют, друзья! Я так подумал, что-то уже почти год нахожусь здесь, в Испании, и ни разу не показал вообще то, что я сам наблюдаю почти каждый день, да, потому что я люблю нырять именно с маской. И сегодня я так организовал такой, типа, мини-бокс для камеры, да, и сегодня я покажу вообще, что я вижу, что наблюдаю и за что вообще люблю море Испании, да, Средиземное море. Погнали! Я как Тома Селби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Я как Тома Селби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе я. Я останусь собой, нет, я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Вместе, но одни, над моею головою дуло пистолета. Сегодня есть я, а завтра нету. Я как Тома Шелби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Я как Тома Шелби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе я. А ты так мило смотришь на меня, заворожила меня своим голосом. Как жаль, что ты ядовитая змея, но ты разбила сердце Томасу. Перепутали пути с тобой, родная. Скажи мне, фая, фая, но в меня стреляют. Убегай, уходи, между нами дожди. Я останусь один и снова. Я как Тома Шелби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Я как Тома Шелби, со скрутью так чешел бы, и пусть меня никто не нашел бы. И клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе я. Я как Тома Шелби. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым, сам себе зрителем. Это наше с вами кино, и мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым, сам себе зрителем. Это наше с вами кино, и мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Разве похудел? Питаюсь нормально, да немо. Мы были тут и в топах, и мемом. И я ловил себя на мысли, когда читал на сцене, что брат за мной, как горой, перед ними всеми. Я помню перелеты, как с нами летело время, до тех старых и сведенных от колена демок. Я помню взлеты и сколько уходило нервов. И вдруг как будто бы полет наш прерван. God damn it, я точно знаю, что на экране черном скоро пойдут титры, и вроде о чем нам. У нас жизнь ровно шла, и как мяч крученый, но всегда готовы друг другу подставить плечо мы. Мы те, кто из заключенных в артисты. У нас перед тем, как сделать подумай раз 300. У нас гости домой приходят реже, чем пристав. И если не стоять, то с крысами не стоять и близко. Развела судьба бандитов по разным сторонам. Песня на исходе, ну что пора. Столько истоптано, столько троп пройдено. Теперь мы помолчим, ну
вы спойте нам. Пусть скажут, мы уже не те, мы не на высоте, нам все, что там нужно, школоте. Мы просто делали свое, дело делали вдвоем. Как умеем, так поем. Я видел грехи, посвящал стихи им, обращался к Богу, чтоб отпустил грехи им. Тем, кто на строгом, нас таких много. Мы неплохие, мама, мы неплохие. Мы то, что вышло после этих тюрем. Безбашенно, бесконечно курим. Джордж Гашингтон на моей купюре. Заснул в камере, проснулся в туре. Мы поднялись, но остались обычной шпаной. Мы оттуда, где у каждого срок за спиной. Если вдруг слышали звуки сирены с братвой, каждый думал, это за мной. Это гетто знакомо мне с детства. В этом гетто знакомое детство. Уезжал отсюда, думал, мне конец тут. Вернулся, думаю, наконец-то. Мы объехали полмира со своей шарашкой. Перед глазами города, как слайды. Я очень любил ММДМС и фисташки, пока не добавил их в райдер. Ладно, попели и хватит, а чё? Пора уходить, старичок. Этот альбом как обратный отчет. Песню закончим и все. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым, сам себе зрителем. Это наше с вами кино, и мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым, сам себе зрителем. Это наше с вами кино, и мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Короче, как-то так, не знаю, как получилось вообще там, но как качество, потому что снимал не в профессиональном боксе, а все-таки в пакетике, поэтому не судите строго. Для первого раза, если вам зайдет формат такого видео, то ради этого я даже готов купить бокс, чтобы снимать вам подводную съемку. Ставьте лайк, если понравилось видео, если не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Давайте, до следующего видео.